появится, шикарно будет. Да. Он и появляется. Ну, что тут думать еще? Это классный выбор героя. Сюми тоже флодифайр, это там гусики. То есть фласа какие-то, Паша уже осторожнее. Быть опять же врывается на Мипошку, Мипошка ставится вар, бласт, Мипошка живет, бласт не так сильно еще бьет. К счастью, и... Мипошка, ну ты что, ну он же вар поставил. Что это сейчас было? Ну ладно, тут у нас Роджер. Опа, опять на боте драка, выход на Пашу. Паша хороший, от будет грибифай, его пытается подблочить, ставится вард снова. Ну что, кто-нибудь убьет снова в него или нет? Нет, Никс выживает, все. Так, ну что, на боте, выход на Никса, врывается на Пашу. Паша XL задоджил, хорошо, Паша, и Пашка живет у нас. Так, дальше пошли на Мипошку, Мипошка все-таки нажимает и... Ну, парни, конечно, потычкуются, постараются. Что у Мипошки по скиллам-то? Никса вообще будет 10 секунд, ловушка хорошая ставится на Никса. Паша краснючий, Паша пытается жить. Блин, от Никса за ним до конца гейминг пошел, бласт, и Паша умирает, забирает его. Ну, долго дрались, так и выходит на Сёма, откатился уже XL. Сёма вдруг, да, даблкью для Мипошки, хорош на Ави. Молодец, здесь нужно приставать. Форму нажимает, забирает Роджера, минус Роджер. И опять же этот противный Маледикт. Снова он, тут Паша до сих пор Никс пытается убить, сейчас убьет. Да, сайленс от Мипошки прекрасный, в итоге до свидания. Уже, ну ладно. Также голоса проходят, Стефани хорошее копье, пристолбил он Ильяса. Ильяс каски Маледикт выдает, XL вешается, но Ильяса заберут здесь, да. Мипошка у нас Киллинг Сприй уже делает на этой карте. Тоже заберет вторую, или... Да, он забирает, прекрасно. Паша астрал степ, но Никс до конца гейминг за ним идет. Подтягивается у нас Мэджик, утрапа взрывает. Паша пытается жить и выживает, вроде, кстати говоря. Тут телепорт и ловушка от Паши, замечательно. Засты нажимается, бласт пошел, Никс загулял. Каски Маледикт, ему не спастись уже никак здесь. Все, минус Никс. Здесь Фаник, арена есть. Попадает по двум героям, шикарный полетело копье. Каски летает, Ильяса забирает. Мэджикл, интересно, выживет ли. Урон качается, Кристаллайз здесь уже под формой. Дает стан, минус Мэджикл, минус 2. Девают Ашер, побежали для Кристаллайз. Кристаллайз тому к Сане урона очень много сейчас есть. XL, и Кристаллайз тоже заберут, минус 3. Паша приходит, но уже поздно, все. Минус 3 делает команда Ашер, Паша выживает. Крутой камбэк. Нашли Сёму, ой, как же он быстро умирает. Секунду просто его снесли. Бедный Сёмыч. Сёма в таверну. Тут у нас Никс. Врыв есть на Ильяса. Ильяса здесь ничего не спасет. Там еще Мипошка пытается уйти. Кстати, Мипошка вроде уходит. Мипошка выживает. Он остается даггера, но он не пойдет все. Там Ильяс пролетел. Ой, не, пошел, слушай. Ставит арену. Фаник до конца гейминга. Думал, что не пойдет уже никуда. Но пошел. Хорош. В итоге минус 2, Ашеры сделают. В прошлом году попсали на Ашер. А так у нас, ну, в начале этого сезона, короче, так скажем, да. По сезону будем говорить, Ильяс забирает, минус Ильяс. 15-6, он какой... Так, а тут БКБ, Саня, хорошо. Реакция прекрасная, Кристаллайз телепорт вбивает. Ой-о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 й. Кристаллик, копье в тебя, брат, плазма. Ну и тут слушки тебя дотыкают. Есть скилл. Круто играет. У них состав перспективный, по именам очень громкие, но... Ну, от Нави мы же другого ждем, ну, по-честному. Это ж не то немножко. Идут у нас. Тут врываться Паша. Будет бдителен. Врыв на Пашу. Паша осторожнее, просто ставится. Паша умирает. Каски полетели. Фанни прыгает дальше. Уже здесь Никс. Никс страшная тема очень. Пытается Мэджикл бить. Мэджикл урона не хватает. Крестовайз тоже урона не хватает. Дезвард это интереснее уже. Вот это уже интереснее. Никс выживает. Ксани в итоге БКБшку и пошел. Один на всех просто прет. На мужика Соумбайн. Замечательно. На бошке вешается. Ксани душит. Ильяс и Крестовайз прогоняет их отсюда. Забирает Никса, кстати. Никса-то убили в размен. Размен Magical убит хотя бы или нет? Magical, да, Magical взрывается все-таки здесь, но потом Фанник отправляется в таверну, Мипошка краснючий выживает, Ксани в ветрах, Disruption прячет Кристаллайза, интересно кто кого, и в итоге Ксани Кристаллайза, это тимвайп от команды Ашер, и потеряли они двух героев. Так, ну выход на Кристаллайз, ой, Фанник, неудачное начало, что по детекшн есть, все в порядке, его видят, его забирают, вот он и все, то есть у него будет сейчас еще даггер, но... Но здесь Ашер нажимает на смоки, врывается Мипошка на Ильяса, каски летает, туда точку постелили, форстафается Ильяс подальше оттуда и забирает Ильяса, все. Прекрасно, дальше может идти на Сёма красный, но не страшно, там еще где-то Пашу подрезают сейчас. И выход на Кристаллайза, его нашли Кристаллайз, а вот это уже смерть Кристаллайза сейчас будет, то есть даггер не спасет Зебра. Так, ну что нажимает на смоки, попытка сейчас будет
камбэка, но позиционка у Широ прекрасная. Просто врывается на Фаника, не самая лучшая цель на самом деле. Дизрапшн, Роджера сразу же фоллбайн на Мэджикла и Пашу. Фаник, арена, двух героев ставится. Замечательно, минус Ильяс, минус Крестовая, минус 2 делает. Там падает Паша, падает Ксани. Одного получилось пробить. Мэджикла остается один здесь. Мэджикла саппорты пока что развлекают. Но там госкепитеры спасают, решают. Мэджикла выживает. Мне там где-то нашлись еще Сёму. Сёма... Сёма умирает. Нави сдаются, да. Г. GG прописывает Паша. Это 1-0 за команды HR. Все прекрасно понимает уже команда HR, что происходит. Ну, Крестовая, понятно, гирокоптера. ВД Ильяс, Гримстрок у нас будет Сёма. Мэджика, Кунка нет. Все-таки воспирит, ребят, троечка будет. От Якудзи. Так, каски полетели, касочки. И Роджер сейчас ФБ даст. Забирает Кристалликова, хорошо. ФБ за командой Нави. На этой карте первое убийство. Здесь сейчас будет еще ответка по Мипошке тоже, да? Мипошку тоже заберут его. Сейчас Паша должен будет пробивать, конечно. 2-0 за Нави, молодцы, Нави. Фаник-то полетели. Фаник Маледикт. И Фаник умрет, он догорит там. Сейчас я задикаю этого, конечно же. Жестко-жестко. Корабль, крест, Ксани полетел, взрыв хороший, каски, и Ксани, Ксани должен будет умереть, там или Дикт, он должен, конечно, будет добивать, и добьем Ксани, Ксани взрывается, вот он или Дикт, вот такой противный перед у нас скилл, а там забирает у нас Пашу на топе, стоит на боте, без формы даже. Ну вот на Мипошку выход, крест, торрент, ну Мипошку ладно, если даже убьют, ничего страшного, так не факт, что убьют, там же Роджер забирает Пашу просто на развороте, пошли на Мэджикова, ну и неудачка, подбегает сюда у нас еще и собака, Мипошка, Мэджикл с лапой пока что. Мэджикл еще живет, но Оксане нужно грамотно дать кайлы. Раз, кайлы, два кайлы, минус. Мэджикл минус 2 делают Ашеры. Заявочка на второе место в СНГ есть точно. Мипошка забирает, молодцы, Нави. Вышли, сделали кью, красавчики. Красавчики. Так, а почему Роджер еще остается здесь? Роджер видел же, что происходит. Торрент по таймингам под дизрапшн. Роджер тоже будет умирать. Прекрасно, Нави выходит. 7-3. Ну вот, уже интереснее. Паша врывается, пытается разведать какая информация по ХП Рошану. Них нажимает Space Shift у нас. И кулдаун. С кулдауна нужно выходить. Забирает в итоге Ильяс. Минус Ильяса. Получается, будет пробиться. Он байн сайленс. Ну и Паша ворвался, может быть, получится пробить Мипошку, Рора на развороте полетел, и Пашу забирает, минус Паша, больно было Паша, Мэджикл красный, Никс БКБ работает, Мэджикл умирает, минус 3, делает Ашера, дальше на Сёму, Сёма, вот БКБ решает вопрос сразу же, все там еще и Никс, догоняет Кристалайз, Кристалайз почти уже помер, и умрет, он скорее всего умрет, его догрызут здесь, Сумоны, да, минус 4, ну и Сёма тоже должны будут добирать сейчас, это будет Team Wipe от команды Ашер, они должны это будут сделать сейчас, Сёма пытается жить, но не выживет он здесь, Team Wipe от команды Ашер. Хорошо, 1500 по голде поднимает, 4200 по XP. Ну что, вот он выход, на Фаника, Фаник, Торрент сажает, свап в Мипошке туда под Ксаня прямо, ноу, Саунбайн, замечательный, есть кулдаун, запускается, в разные стороны пытается идти, БКБ нажимает Ксаня, Десвар ставится, Фаник свап еще раз, Фаник хилится, живет, ну и Мипошку зажимает, за это должны быть его убить, сейчас постараться, да, Рокет Бэрш работает, минус Мипошка, дальше куда, на кого, дальше, видимо, на этом все, хорошо, хорошо, Нави. Попытка была неплохая, совсем неплохая. Здесь Рорен на развороте, полетели топоры, и Паша заигрался. Уже Игиса нет, он пытается Ксане драться, Фаник уже просто здесь своей аурой Владмерса, каски летают, Ксане заберут, снимают с него стрик, получают за него 500 монет, и они сделали это, смотрите, они это сделали. Так, что там за... Что Роджер делает вообще? Роджер, ты куда пошел, брат? Ну, Роджер умер. Да... Долго еще не будет здесь. Кристаллика благодаря этому появляется Баттерфлайс. Сейчас правильно же? Да, он почти появился уже. Не покупает себе еще его. Здесь Никс минус саппорта. Сразу саппорта можно будет вырезать. Но там два госкепитера. В итоге падает Ильяс. Ильяс, наверное, направляется. Дальше на Сёму. Сёма Кусь. Сёма минус Сёма. Кристаллайз нас тут будет сложно это сделать, потому что там уже Паша, там уже Мэджикал. Врыв у нас на Мипошку. Мипошку забирает. Минус Мипошка. Ну, ладно. Окей. Так, здесь Рор совершенно кого? Ой, подставляется Паша. Паша убирает очень быстро. Кулдаун спускается. Никс нажимает Space Shift. Побежал на Мэджикл. Мэджикл под пружом. Слоумбайн вешается, но не страшно. Но Никс все равно не хочет не рисковать. Там Repair Kit пока что нажат. И минус Паша. Включай байбеки. Так, свап хороший. И
Magical должен будет умереть. Рор туда, в него все, все, в него просто соло. Magical почти помер. Алибарды, хороший Влад Magical, где забирается. Таки его, минус Magical, Мипошка. Мипошка свапает сюда кристаллайзер, прямо про Рекион Соулс. Magical выкупается, нужно срочно ему обратно в игру. Минус Сема, минус Сема выкупается. Сема выкупается, Magical обратно. Кристаллайз. Кристаллайз по тир 4 его душат, да и забирает его, да. Он убился об некрачей, просто кристаллайз. А байбека нету, кристаллика. Ёшкин матрешкин, дизрапшн прячет пока что у нас Никса. Никс возвращается обратно. Глиммер, Никс выживает в итоге на Ильяса. Ильяс Таверни уже. Magical тоже красный. Magical после байбека может сейчас закончить эту игру. Просто Magical своей смертью. Magical умирает. Да, после байбека нету Magical в игре. И сейчас всю базу можно просто сносить. Нави, конечно, не прописывают, но они, думаю, понимают, что происходит. То есть двух керри нету сейчас. Ой-ой-ой-ой, это две стороны минимум. А, там же третья уже, боже мой. Это ГГ, все, это ГГ, пацаны. 2-0 за шерами. Да и Нави, как груз. Смотрите, Нави сейчас теряют вообще все, что у них есть, что у них было.